Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Рус Германия. Приветствую всех гостей и моих любимых подписчиков. Сегодня я расскажу вам об английской керамике. Керамика принадлежит к древнейшему искусству, созданному руками человека. В переводе с греческого керамос – это глиняная посуда, а глина являлась главным сырьем для керамических изделий. В XVI веке в Европу приходит майолика, изделия из которой отличались покрытием двумя глазурями, непрозрачной, в которую входило олово, и прозрачной блестящей, в которую входил свинец, а затем изделия обжигались и покрывались огнеупорными красками. А майолика из заальпийских стран называлась фаянсом, и это тоже керамика. Мы знаем, что Германия славится своей керамикой наравне с фарфором Мейсон, и производство керамики в Германии началось с XVI века. Многие страны производили керамику: Германия, Франция, Моравия, Голландия, Италия и, конечно, Англия. Постепенно появлялись новые виды керамики. Надо сказать, что Англия развивалась самостоятельно, очень успешно. И в королевстве Стаффордшир было сосредоточено все керамическое производство. Здесь был создан новый вид керамики – тонкий фаянс. Еще называют его художественная керамика. Начали появляться первые фарфоровые фабрики в городах Спот, или по-русски так называется он, Минден, Ньюхалл. Но апогея достиг Джозай Веджвуд. С 1759 года он уже владел всеми знаниями по производству художественной керамики. Ему принадлежит базальтовая керамика, яшмовый фарфор, который прокрашивается насквозь окисью металла и используется для великолепной посуды, для украшений, пуговиц и даже для украшений мебели. Из него создают лепные рельефные узоры, и этот вид керамики называется сегодня бисквитным фарфором Веджвуда. И звенит он почти как фарфор, низко и глубоко, но, однако, это тоже керамика. Ну, а я сегодня вам расскажу о своей посуде, которую я приобрела в своих любимых магазинчиках примерно за 3 посещения. Вот, друзья мои, сначала я покажу вам несколько изделий от разных представителей графства Стаффордшир, изделия которых также славятся своей изысканностью, оригинальным дизайном в сине-белой гамме. Вот очень красивая посуда. Это, наверное, все-таки какая-то как соусник или креманка. И здесь мы видим красивую сцену из английской жизни. Так и называется этот сюжет этой посуды — английские сцены. Здесь мы видим природу, рыбалку. Рыбак сидит на один на берегу, другой в лодке. Вот так он выглядит. И украшен дополнительно орнаментом из цветов.
Само клеймо очень красивое. Написано, под глазурной есть надпись «Англия». Так, как бы сделать, чтобы видно было. Обратить внимание, какое красивое клеймо. Так, я нажимаю пальцем, как будто это на камеру. Тут плохо видно, но клеймо само имеет кайму с цветами. Плохо видно. Стоит надпись, что это традиционный английский сюжет. Ой, фарфор. Называется Ironstone от мануфактуры Broadhurst. Это 70-80-е годы. По-английски стоит название сюжета «Английские сцены». Очень стойкий, пригодный для мытья в посудомоечной машине. Вот такая красивая чашечка мне попалась в один из походов в магазинчик. Эти чашки я уже показывала наравне со своим старым немецким антикварным сервизом, который имеет такой же сюжет «Королевская лилия», в точности повторяющийся. Но эти чашки уже я не могла понять, почему они с таким именно сюжетом. Оказывается, это английский, наверное, декор. Это мануфактура Spot, то есть одна из мануфактур, которая производилась в Стаффордширде. К сожалению, плохо фокусируется это из этих след других тарелок, потому что фокус распространяется на все, на весь экран. Чашечки такие очень красивые тоже, но они уже потяжелее, не такие тоненькие, как были у немецкого фарфора, но тоже они очень приятные. Таких чашечек у меня 5 штук, к сожалению, блюдец нет. Еще они отличаются белоснежным цветом фарфора. Ну и вот такие блюдца. Это уже мануфактура Черчилль. Мотив «Голубая ива» называется. Блюдца очень красивые. Вот видите, кайма идет с китайским сюжетом. То есть этот именно сюжет называется «Голубая ива». И вот здесь на таких тарелках мы уже тоже видим такую же кайму. Но сюда добавлен уже мотив из китайской сцены. Традиционные строения, деревья, ласточки, лодки, хотела сказать гондолы, мост, по которому идут жрецы, и вот такие вот деревья, виноград, похоже, и, скорее всего, вот это вот фасоль тоже. Декор, характерный для китайской жизни. Ну и вот попались мне такие две суповых тарелки и две обеденных десертных и 5 блюдечек. Красиво он очень смотрится, нарядно. Качество налицо и красивый дизайн. Такой, знаете, он такой качественный на вид и очень такой, даже не могу найти определение, но он как бы надежный такой.
Вот такие вот тарелочки попались мне в очередной поход в мой социальный магазинчик. Конечно, я видела очень много такой посуды, но никогда не обращала внимания сильного такого, что чтобы ее именно купить, потому что когда-то у меня было, ну, когда мы приехали в Германию, это уже в 99-м году было, у меня был очень похожий сервиз, очень старый и столовый сервиз. Вот сейчас я даже не знаю, какая мануфактура была, но явно он английский был. С каким рисунком, я не знаю. Даже не могла, например, узнать или что-то. Но когда вот я купила вот такой сливочник, потому что к сливочникам я имею особую, наверное, симпатию, меня заинтересовало клеймо. Естественно, я начала читать. Вот здесь, видите, карета, запряженная лошадьми. И наверху 4 человека. В общем, это очень плохо, наверное, вам видно. Когда я начала изучать в интернете, искать, то я узнала, что эта серия называется «Королевская почта». Ну и вернусь еще к интересной истории. Серия эта знаменита тем, что когда обратились производители к жителям королевства или графства вот этого Стаффордширт с просьбой присылать картинки, сюжеты, какие-то пейзажи и почтовые дилижансы. И вот эта серия получила знаменитую оценку, что стала очень известной, и успех был ошеломляющий. Вот. Тут плохо видно, но это серия Мьет произвела эти изделия произвела мануфактура Royal Mail английская, и это была моя первая находка. Потому что я испытываю симпатию, видимо, к сливочникам, я его, конечно, сразу купила. Затем мне попались в другой раз уже чашки. Чашки. Здесь клейма нет. Здесь только написано, что это Англия. Очень красивые чашки, удобная форма, в отличном состоянии. И таких чашечек у меня 6. Очень редко можно встретить 6 штук. То есть 6 штук считается у нас классическим составом сервиза. И вот таких чашечек у меня 6. В следующий раз, вы не поверите, но я нашла блюдце. Блюдце тоже с таким же дизайном, декором. Посмотрите, какие они красивые. Здесь тоже есть клеймо такое же. Правда, их всего 4. Но я очень довольна. И в этот же раз мне попались 3 такие же тарелки. Очень красивый декор. Бело-синий цвет. Тут уже более такая художественная роспись или деколь. Тоже такое же клеймо, но уже более современное производство. Это, видимо, тарелок этих. Красивый рельефный край, яркие краски.
Мне просто повезло. Ну и в следующий раз мне попался уже чайник. Крышечка у него интересная, оформлена веточками дуба с желудями. Фокус плохой, но сам чайник очень красивый, тоже рельефный. Красивая ручка. Почему я называю его чайник? Потому что в Германии все такие изделия, вот сосуды, называются именно Teekan, то есть не кофейник, а чайник. И здесь мы тоже видим клеймо такое же. И вот так он выглядит. Хотя это уже, я думаю, что настоящий английский фарфор, 70-е годы. Ну, фарфор, потому что тонкий фарфор, это та же самая керамика художественная, тонкая. И вот так это все выглядит. А эти два изделия, чайник и сливочник, они немножко отличаются цветом. Поэтому я думаю, что это более ранние изделия. Очень красиво смотрится чайная пара. Надо сказать, что чайная пара на сайтах очень дорогая. В пределах даже тарелка вот такая десертная 19 сантиметров стоит около 3000 рублей. А вот такая, такое блюдце стоит 800-900 рублей. Надо думать, что чайная пара тоже довольно-таки дорогая. Ну, я не о том, что меня привлекла цена, а меня привлекла именно серия «Королевская почта». «Королевская почта» – это почтовый оператор Великобритании. Это тоже красивая серия, вот эти английские сцены. Это все Staffordshire. Ну а здесь на этих тарелках у меня нет производителя, то есть мануфактуры. И судя по тому, что Людмила, моя подписчица, прислала мне фото своей настоящей тарелки, вот такой, у нее стоит клеймо Веджвуд. То есть это уже не Staffordshire, а Веджвуд. Поэтому я смею предположить, что эти тарелки именно от этой мануфактуры. Все даже и не входит сюда, на мой крутящийся подносик. Эти чашки тоже оригинальные, красивые. И вот, предлагаю вам еще раз полюбоваться на такую красоту. Посуда эта очень нарядная. И тарелки, и чайные изделия. Поэтому я очень рада, что у меня в обиходе появился такой комплект. Вот и весь обзор, который я сегодня хотела вам предложить вашему вниманию. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к такой красивой посуде.
Нравится ли вам дизайн? Нравится ли вам серия «Королевская почта»? А я буду ждать ваши комментарии. Желаю вам всего самого наилучшего, оставаться здоровыми, как всегда, берегите себя и своих близких и подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. С вами была Елена, Рус Германия.